Всем привет, вы на канале Ремус. У нас сегодня такая новенькая игрушечка. Нашел ее в интернете, чисто случайно лазил, смотрел, думаю, какие-нибудь выживалки про животных, что-нибудь такое. Раз тут вот эта вот игра от Hair Builds. Она полностью английская. Соответственно, тут половина ни хрена непонятна. Я думаю, мы разберемся про выживание, что там покушать, попить, там туда-сюда. Тут много разных живки, то есть волки, медведи и кого только нет. Мы начнем с волка, посмотрим, разберемся. Я вот уже в нее пробовал, заходил, чисто посмотрел вообще, как и что тут работает она, как по графике, как еще, потому что она весит 1,5 гига всего лишь, это очень удивительно. И графика, в принципе, довольно-таки четкая такая. Я бы сказал, даже хорошая. Вот, давай продолжим за волк, я только на спавне появился. Одну секунду глянул, и все, больше ничего не глядел, сразу вышел, думаю, надо записать, посмотреть, да? Что у нас тут за игруха такая? Сейчас будем вместе разбираться. Кто про нее знал, пишите в комментариях, что да, я знал, я играл. Игрушка нормальная, или да, игрушка говно. Посмотрим, зайдет, не зайдет вообще. Всем приятного просмотра, а мы начинаем разбираться. Так, я волк. Волк, так, подожди, тут надо управление. Сейчас посмотрим сюда. Ага, тут у нас какие-то животные, да, бирд, ма, рептилоиды, да, это которых мы, короче, убьем. Это типа справочник. Смотрим, у нас есть нюх. Нюх прям такой жесткий. Типа как из Days of Dragons, да, там тоже самый нюхает дракон. Так, это статы нашего волка. Давайте посмотрим. В принципе, тут все понятно. Стамина, хавка, скорость, тудым-сюдым. Левел 1. Опыт 201. То есть опыт, наверное, за убийство будет даваться. Так, на левую кнопку мыши он у нас, соответственно, делает такую атаку. На правую. На правую вроде пока ничего не делает. И, соответственно, мои параметры слева внизу экрана, да? У меня вон здоровье, стамина, вода, температура и мой уровень. Так, погнали, кого-нибудь скушаем, на кого-нибудь нападем, да? Ну, она весит, вы сами представляете, да? 1,5 гига, посмотри, как по графике она. В принципе, я бы сказал, годно для 1,5 гига. Для 1,5 гига. Я еще маленький волчонок. Я думаю, на оленей, на лосей нападать не рано. Тут, кстати, посмотрел, большой выбор есть. Лоси, медведи всякие, соколы и так далее. В конце записи покажу вам. Выйдем, когда в меню посмотрим, что там есть. Надо было вначале показать. Ну уж все. За волк зашел, так что let's go, кого-нибудь искать. Нюх. О, да, он нюхает. А, кстати, у него голос на однерку. Лает. На двойку рычит. Это типа агрессия, что ли? На тройку воет. На четверку ничего нет. Пятерка, четверка, семерка тоже. F тоже не работает. Ну, чем-то похож, да, на анималии вот эти все. Кинозойки. Кстати, очень, ну, производительные. Довольно-таки неплохо нагружает комп, я бы сказал. Может, даже не производительные, а просто не оптимизированные. Потому что, как я понял, она, в принципе, свежая такая игрулька. Опа, а это что, мертвый лежит? Ой, живой. А это типа уровень, ну, тревоги у них, да? Загорается, когда приближается волк, у них тревога на однерке делается. Давайте побегаем, посмотрим по этой карте вообще, что тут есть. Подожди, а как он пьет? Он пьет из лужи просто. Ну-ка, давай, вот я смогу вот отсюда попить. На Е пить. Нет. А чё он? А, на F-drink. То есть я сначала должен понюхать воду, чтобы потом ее попить. Все, я понял.
И тут нам сразу удается, типа, да? Вода, еда, тут все дела. Так, ну это пока все закрыто, мы еще ничего не знаем. Она, походу, длинная, долгая такая, да, игра. Наверное, нам все интересно. Да и жидки всякой дохрена. Это травоядные, наверное, соответственно. Траву кушают. Так, что они побежали? А, вот какой-то зверек. Пьем. Куда он делся, этот мелкий гаден? Сейчас мы поймаем. Ага, вон, они мне подсвечиваются. Пузырьками такими, да? Мне атаку хоть проверить. Ну как он, ну, атакует-то? Сильно, не сильно, вон какая-то. Ну это мышь, наверное, бегает. Ну пофиг, давай мышь. А, тут, короче, на левую кнопку мыши. Смотрите, на левую кнопку мыши, он ее хватает. Смотри, смотри, вот бегу, да, он ее хватает. А отпускать ее нельзя. А надо ловить, чтобы стрелка на белый, наверное, была, да? Скорее всего, рад что-то пишет. А че он не отпустил-то? Я же... Ну ты че? А че он ее так быстро, ну, отпускает-то? Давай, давай, убьем хотя бы мышку. Мышку хотя бы убьем. А, у меня выносливость, наверное, нет. Да, вот он ее и отпускает быстро. Че ей не попадает? Я не попадаю по ней. Выносливости мало, надо прокачать, наверное. Рад. Типа не хватает выносливости, давай установим сейчас. Ну ты чё не убиваешь ты? Странный какой-то волк. Но он, в принципе, у нас... Уже проголодался маленько. Я могу на оленя, но на мелкого, например, да, напасть? Или он убегать будет от меня? Охренеть, как тут выживать? Ну, вон кабан ходит, он, наверное, злой. Мне кажется, мне сейчас люлей навалять. Что-то с освещением, да, маленьким, более ярко, мне кажется. Он еще один волк. Дикий. Не-не-не, дикий волк нам нафиг не надо. Че это такое? А, это типа я их не запах чувствую, да? Да, наверное. Не, ну там волк, я к ним не пойду, я еще маленький. А птичку вот я убью, наверное, да? Ага, к ней еще я. Перк, крадешься, он умеет. Опа, сел. Перк. Спать, блядь. Поднялся. Это на контрол еще, налево. Пойдем по речке прогуляемся, посмотрим. На кабана попробуй напасть. Да давай попробуем. Убьем, не убьем. Есть, убил. Обнюхал.
А теперь могу есть. Да, смотри-ка. Тут, короче, все просто. Я думаю, мы разберемся, да? Убил, могу есть, но на Е грамм. А что на Е делать было? Ну-ка, Е. Е грамм текут. А я могу его, ну, утащить, не помню, да? Мне надо, как я понял, как можно больше убивать. Чтобы я мог спокойно так на Е пить. А не, нюхать надо сначала. Чё он у меня вот, не нюхает? Нет, её же можно пить. Опаньки, это пума. А, то есть я его должен съесть всего, что ли, получается? Ну, получается, наверное, так. Где грамоч? Ну, давай есть. Он и не ест, что-то нифига. А вон начал есть. А нет. На правую кнопку мыши не приближает. Короче, ну, пумы тоже есть, вон они ходят. Ну, за них играть уже. За медведей, за пумы. За кого только нельзя. До хрена всяких. Чё он не ест? А, все понял. Ешь давай. Ешь. Ну, конечно, я маленечко залагал, хер его знает, потому что эту игру, как я говорил вначале, я не знаю вообще. Куда она, чего она? Ну, чё ты не ешь-то? Он у меня вообще, то есть, вот я F ешь, ну, ничего нет. Ладно, хер с этим кабаном, в принципе, я сытый. Пойдем дальше, поубивать мне опыт нужно. Ну-ка, мне опыт дали. Да, 506 очков опыта, нормально. Блин, я не догоняю. О, медведь, медведь, медведь. Агрессивный, агрессивный, медведь, агрессивный. Как вот эту, ну, менюшку убрать? Она у меня вылезла и все. Ее не уберешь. Надо было, ну, до конца его съесть, надо, он исчез вообще. Она у меня вылезла и все, я ее убрать не могу. О, нифига на це, смотри, что. А это типа я себя с разных сторон оглядываю. Да, вот видишь, раз. Отсюда. Это можно сделать превьюшек нормально, да, надо будет. Превью хороший. Я не знаю, что это за меню, как вам появился вообще. Да, опыт мне дали, мне надо хотя бы до второго уровня докачать. Наверное, дадут какой-нибудь очок. Навык или чем-то того. Залагал, может, конечно, херово. А это что, ну-ка. И есть могу растение. Растение R вот нажимаешь, тут крик какой-то. Быстрая панель доступа. Не, оно больно ярко, ярко, конечно. О,
Ну-ка, есть. Блин, что-то я никого не могу догнать. Блин, ну я же... А, надо два раза нажать, понял. Да, я понял, все. Сейчас убью. Есть, убил! Есть! У нас это получилось. И вот смотри, я в зубах ее несу, значит, тут испариваться, наверное, можно. Какую-то хорошую самочку все, а? Найти. Так, ну, а что теперь? Я могу его бросить, наверное, да? Обнюхать. Ну, нюхать, что ты не нюхаешь? Что ты там висел? Не нюхай. Так, а тут респаун. Можно зареспавниться. Ну понюхай ты его, понюхай. Ну тогда ешь. Наехай. Да, походу, подлагал вот я. На все кнопки вообще сейчас нажимаю, походу я залагал. А, вот, на И, короче, Тунгурт, это кого я смогу убить. Кого я точнее убил. Но он был мелким, так что мы за ним ничего не дали. О, исчезло, кстати, исчезло. Ну, чё ты не нюхаешь-то? А это, наверное, я отключил, да, я отключил. Будем разбираться. Итак, карта тут есть, да? Давай посмотрим, еба какая здоровая, ебы. Северный биом, ёшкин кот. Карта, короче, огроменная. На М карта стандартная. На Н. Слот. Волк. На Н менять слоты, значит. На С это оглядывать себя, это мы уже видели. На З получается у нас камера. Вот так вот посередине, да. Не нюх-то, я не знаю. Чё-то вон какая-то хрень меня воткнулась, как её убрать. На колёсико мышь он тоже садится, ложится и встаёт, чисто колёсико мышь. Не, фиксим, убил его. Но за него опыта мало. Мне почему-то кажется, что здесь. Грабить. Зажать можешь, не знаю, зажать. Два раза, нет? Ничего не происходит. Ладно, пойдем еще на кого-то нападем. Опыт надо, может отлагает. А может что и надо сделать, я, ну как, чем я хочу пить. На пум, я думаю, без вариантов нападать, да? Он у меня из-за этого не пьет воду, из-за этого гребаного меню, откуда он вылезет. Он воду-то не пьет никому. А должен. Контр, альт, все подряд. Это типа, ну да, есть надо было, но он исчез. Или в текстур провалился.
Она мне вон кажется сейчас. Да. Ахуй ты дичь. Пусть пойдем, ну напомню, пойдем сейчас попробуем. Я могу, ну, подкрадываться как-то, или я еще пока это не умею. Но эти все быстрые, я их хер догоню, вообще, смотри, майнику догоняй. Выносливость вообще ноль. Так, 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 не, а, не отпускай его из виду. А, он меня бьет, нихуя себе. А он что может атаковать? Я что по нему не попадаю, алло? Уходи! А, чё медь? И чё это такое? Залагался, походу, да? Да, всё, смотри, вот. Колбасе. Вот на превьюху взять его. Ну-ка я сейчас. Ну, вот так оставлю. Колбасный волк. Так, давай. Заменить можно на слот? Ну, а тут еще, ну, все закрыто. У меня, походу, ничего не открыто. Ну, а что с ним такое происходит-то? А, ну это типа тут меню. Все, он у меня завис. Настройки, регион, мапс. Надо было, ну, пропатчить его просто. Респавн давай тогда, что теперь поделаешь. Залагал у волчонок. Ну тут много всякой жидкости все равно. Выбирать можем будет. Вот кого поиграть. Пока вот волка выбрал, но поменять вроде как нельзя. И опять мне это дичь показывает. Маленький олененочек убил меня. Ну или кто там, лось был. Как он подкрадывается на альт? Да нет, блин. Ну, второго кабана я не догоню. А вот маленький-то я поймаю, наверное. Куда он ушел? Он был. Да, мелкого с одного удара. Ну, я почти лосенка убил. Один очок 300. О, левел, да, да, почти. А, тут прокачка, что тут нет, охренеть, ну прям еще пятый. Где у меня тап характеристики? Х теперь, да? Волк, ну почти прокачался, еще одного такого убить. Он из-за этой надписи ни хрена здесь не меняется. Большого кулана-то не догоню, а вот мелкого, да. Да я его, наверное, не убью. Да, он больно быстрый. А вот маленького кабаненочка нагоняю. Опа, это такой. Река на 5 мимо дошло было, давай этого кабана, он застрял, потому что, ну, отстрял. Чё он не атакует-то?
91 XP, да, тут дают опыт за убийство, короче, можно всех убивать. Нюхать я его не могу почему-то, не знаю. Есть он тоже не может. О, вон там что-то движется, цель-то что ли моя, да? Он живой, гад! Устал, вот, все. Фига себе, после респауна, типа, он ожил. Наверное, как-то ускоряться можно. На конту лучше, ни хрена нельзя. Все, убил. Так, теперь едим. Не ест. Е. Ничего не делает. Ну и чё, вот он есть. Ну а чё делать с ними, уже все кнопки пережал. Конечно, чем-то я туплю, да не вроде. А, все понял. Ёшкин кот. Вот я отчебучил, да? Чё он его не нюхает, не ест? А нет. Это просто я и интерфейс убрал. Это хрен так, погодь, по клавишам. Он должен, наверное, приседать как-то, ускоряться. А чё-то нет ничего. Ну, это мы видели. Менюха вылезла какая-то, и всё. Так, а мне так. О, левел 2. Так, я волк 2 левела, я могу как-то прокачать себя? Или у меня типа на автомате прокачивается? Тоже что-то непонятно. Так, атака, респект. А, да. Респект плюс 1. На автомате она, походу, прокачивается. Это мясо куски. Да я вижу. То как она ничего не выбирается нифига. Вот я жму, нет ничего. О, нифига себе. Это гребаная жесть. Мали, фемали, вот выбор. Раскрас можно ему поменять, охренеть. Вот, вот такого возьмем, да? Темненького такого. Блин, я не вижу ни хрена. Мясистого можно такого. Ну, слишком толстого тоже не надо. Короче, даже настройки есть, охренеть, глаза можно. Лапа должна здоровой быть. Он им атакует. Ой, видал, какого себе создал чудика. Ну вот написано Е, типа, и F.
EF. А ничего не происходит, он не ест у меня вообще ничего. Залагал, наверное, да? Сейчас попробуем. Maps, Atlas, так, Respawn. Почему-то он появляется второго уровня, а должен быть, по сути, первого. Нет, это не респаун, регион. Так, как можно его удалить? Так, конфигурировать. Он у меня что-то подзавис там. Этот волчик. Очистить, очистить, слот, лодингамса. Новая игра, вот, да, сейчас я вам покажу, кто тут есть. Тут очень много, смотрите, всяких живкой. Сейчас увидите, тут до хрена ее. Ну, чё ты, не перелистываешься. А, новгамс, да, вот, сейчас. Все, манечко туплю, потому что, ну, уже довольно-таки поздно, все-таки записываюсь, а. Покажем конфир. Вот тут смотри, есть медведь, кабан, это кто у нас, горд, это у нас пума, наверное, олень, потом какой-то грифон, не, цокол леса, лось, енот какой-то, это ворон вообще какая-то и волк. Волка так в принципе в этой серии будем, как говорится, просматривать волка. Но мы уже маленько разобрались, то есть, да, давай назовем его волк. Вот. Маленько разобрались, что там можно заново все начать тудым-сюдым. И что, что-то зависает, появляется какая-то хрень, то есть ты жмешь на те кнопки, что написано, ничего не происходит. Я вообще на все кнопки жал, ни хрена ничего не произошло. Давай сейчас новый старт. Да, вот мы опять тут появляемся. Эта серия у нас чисто за волка. Следующую серию за кого-нибудь другого. Так, ну вон волк ходит. Вот сейчас он меня нюхает. N open patch. Ну вот, сразу прожал. Первый уровень, соответственно, прокачивается, наверное, на кабанах будем, да? Может, на волке попробовать, наверное. Так, это у нас F есть. А, то есть он, пока я его не съем, чего, а он будет меня медведь атаковать? Нет. Мне надо было его всего скушать и все, всего лишь на все. А я вижу, его не доел, и оно что-то зависло, лучше пожрём, да. Убил маленького волчонка, негодяй. Да, то есть если убиваешь крупную дичь, соответственно, ну или более-менее покрупнее, да, кого-то, соответственно, надо скушать до конца. F drink пить. Да, кушать надо до конца, не бросать, а то зависает почему-то. Он, ну, он, то есть он и исчезает, но у тебя показано, надо его докушать, а ты уже его не можешь докушать. Все, воды попил, все, я молодой, красивый, побежали они. Я уже маленько разобрался. В принципе, довольно-таки забавная такая игруха. Можно маленько поиграть, погонять, посмотреть, что да как. Прокачать себе хорошего крепкого волка. Сейчас мы его до второго уровня пробьем. В следующей серии посмотрим, либо будем продолжать за волка, либо с кем-то другого. Но это маленький, да, бежит. Я его не догоню, опять же, у меня выносливость нет. Надо будет обследовать всю карту эту.
потому что много разных биомов, на каждом биоме, наверное, живка своя опасная. Все, я его убил. 198 XP, сейчас опыт, смотри, зачислит. Ну, а нюхать я его чё? А вот он, унюхает. Нюхай, нюхай, давай, нюхай, нюхай. Ну, чё-то бывшего есть, нет? А тут интересно, на переедание есть вообще? А он не хочет его есть, смотри-ка. А, не, вот можно. Кушай, давай кушай. Пока не съедим целого кабана, будем есть все подряд, убивать всех подряд, кого сможем. Да, смотри, мне опыт за поедание дают, охренеть, второй уровень. Надо до конца, короче, есть, ёшкин кот, вот она вся правда. Сожираешь всех до конца, за это еще опыт плюс получаешь. Еще 100 XP получил, все, я его полностью съел. А ну иди сюда, мне опыт надо стоять. Я злой. Волчара. Опа, океан свой. Че какой шустрый. Готов. Фига этот уровень поднялся, я его еще съем. А он, интересно, будет как-то расти там, ну, увеличивается или он... Теория маленький такой. Или он уже одолбит бегает. Статус, да, он повысился. Плюс еще один левел. Он, наверное, сам как-нибудь на автомате будет расти. Доедаем его прям полностью. А поначалу она у меня что зависла, потому что я его не съел ни хрена, он исчез. Ну-ка, а ты что лежишь? Это кто у нас? Лиса, да? А что ты не попадаешь-то? Он не попадает, я не виноват. Дерется бы со мной, смотри, 343 опыта. Урон мне нанесла. Ах, она зараза такая. А, то есть, которую живку я знаю, нюхать мне ее уже не надо, потому что, ну, я ее нюхал. А новую обязательно обнюхать надо, чтобы понять, что, ну, типа, эту живку там можно есть. А отхиливаться-то он у меня будет там, когда есть, значит, ну... Да, смотри-ка, отхиливается нормально. Ну, все хорошо. Маньяк разобрался уже. По прокачке-то все глянет там. Что можем прокачать, у нас уже потихоньку ловичка проседает. Надо обязательно до конца скушать. Ну, живку, в принципе, я показал, да, которые есть тут. Медведи, птицы какие-то тоже. Ну, много всего интересного. Посмотрим, полетаем, кто как. За пуму поиграем. За медведь, наверное, будет легко вообще. Я думаю, он домашний будет жестко. Так, вот он прокачивается, это понятно. А как вот его там, ну, навыки прокачать, что-нибудь такое? Пока непонятно с навыками, как их прокачивать, чего прокачивать.
Ну, он просто вот прокачивается и все. Он, наверное, типа сам автоматически прокачивается. Потому что если были бы какие-нибудь очки навыков, то вылезла бы подсказка, да, там, прокачайтесь, например. Опа. Но за этого опыта мало. Блин, я не попадаю по нему. Не попадаю по нему, почему? Ну, он меня бьет, а я по нему не попадаю, почему? Алло. Че, у меня корявый волк, что ли? Где он? Убил, охренеть, он меня чуть не убил. Нет, он это, так не должен. Он подойти его вот, должна. Загорится вот это потом. В смысле? Опять что ли какие-то лаги? F. Типа лечебное растение у меня было, да, я унюхал его просто. На правую кнопку зажимаешь, он сначала показывает, у кого он будет нюхать. Но потом жмешь, ну, на нюх, он подходит. Нюхает теперь, вот мы уже, можно сказать, с вами разобрались, да. Он подходит, нюхает, и потом ты уже можешь его скушать. Не, ну, в принципе, нормально, довольно-таки неплохо. Давай, кушаем. Довольно-таки продуманная такая система. О, четвертый уровень. Интересно, у него сколько жизни, да? Стамина? 100%? 100? Жизни сколько у него? Так, температура, XP. Он, кстати, может прыгать. Прокачки, походу, никакой нету, да? Потому что что-то... А, вот, перки, смотри-ка. Они будут, наверное, там на каком-то... На пятом уровне, да, может будет, ну, один перк, там еще какой-то. Все, точно. Пока они у меня все закрыты, я хер знает, как они прокачиваются. Кто это такой? Птицу убил, 453 опыта. Так, зажимаем. Теперь кушаем, да? Всех подряд ем вообще до фонаря. Птицу убил, сожрал. Когда на одном месте на тап прожимаешь, он чит просто. Так, ну вот, ну, у меня написано, что-то какой-то перк был. А как его получить-то, хоть бы сказали как? Это слоты, то есть можно много сразу, да, слотов делать.
Писенберг. Так, уже птицу убил. Я уже многих, наверное, да? Тут уже смотрим уже. Кабан, лиса. Опоссум был, вроде бы. Мышка. Волк. Так, а вот она, да, вот эта птица, за которую играть можно. Бирд. Мы ее уже тоже покушали. Надо, наверное, на кого-нибудь более-менее покрупнее, да, попробовать напасть. А то чем тут одну мелочь лежим? Пойдем к воде, кстати, ему пить, наверное, надо. Типа он тут попроседает водичка-то. Водица-то уходит, сейчас найдем кого-нибудь. Ну, на медведя, я думаю, не стоит сейчас сразу. Какой пизды увалит, мало не покажется. Че он не атакует его? И что произошло? Все, умер. Респаун. Тут еще атаки у волка кривые, как я понял. То есть, ну вы сами видели, я бью по ней, урон не проходит. То есть, более-менее ксипорные атачки-то. Конечно, может это дело все в дальнейшем обновится. Урон-то он, в принципе, довольно-таки нормальный наносит. Я бы эту пуму убил давно, тут и бегает. А, птица берет. Я бы ее убил, он просто не попадал по ней. Лисов, я сколько лисов. Так, давай кого-нибудь крупного не нападаем. Не найдем чего-нибудь. У них типа тревога бы какая-то. Ну это взрослый кабан. Смотри-ка, я уже его, ну, догоняю или нет? Не, у меня выносливость нет, я сдох. Ой, застрял кабанчик. Вот, когда он попадает, он убивает сразу. До этого я ни хрена не попадал. Давай кушаем. Так, плюс 300 XP. Только обязательно надо доедать его. А что такое граб, интересно? Надо на следующем торопе попробовать, что такое граб. И откушать граб. Его, может, на медведь попробовать? Не, ну на медведя рановато еще. О, утки, бля, может бы утку ковать. Не может было, а нужен был. Много тут всякой жидки, да? Опа, а это что такое? Так, что это такое? Конфет продукт смотрится, ага. Который можно хавать, короче. В английском не ахти. В смысле, чё? Чё происходит у них тут? Медведь захуярил, охуеть. Вот это жесткий. Ну он маленький, то есть. Миниатюрный мишка.
Так, F это кушать, а E что такое? А, нести могу, фига себе. Короче, да, тут можно, как я понял, гнездование делать. Съедаем медведь целый, сейчас сожру. Пятый уровень сразу. Не, вокт у меня уже жесткий, когда он попадает, вообще на дамаг идет отлично. Один на один даже мелкого медведя довольно-таки сложно завалить. Медведи, они пиздец какие жесткие. Они боятся только кучу волков, когда до хрена их приходят, они их вот потихонечку начинают терзать, и они их боятся. И, ну, если он один. И молодой, если опытный, то он никого не боится. И стая волков ни одного. Всё. Сожрал. Пить. Так. Ну мне дадут какой-нибудь перк там, что-нибудь. Чё у меня все закрыто-то? А, тут вон можно перелистывать, что ли, да? Волк. Ну это мы видели. Скилл. Вот, вот нашел, нашел. Скиллы нашел под конец, охуеть. Так, X. Нет, X обратно. Но закрыты все. Еще пока все закрыто. Скиллы, вот они, но они у меня закрыты. Может, с 10 уровня только дает. Схер его знает. Не знаю, посмотрим. У меня оно все закрыто, открыть ничего не могу. Так, я эту... Опа, лежак что-то какой-то. Подошел я к этому лежаку. Этот лежак оказывается для медведей. Тут, к сожалению, маленький видосик прерывается, потому что моргнул свет и компьютер выключился. Так что я не виноват. Пришлось вот заново запускать. Место с этого места же запустил, где мы остановились. Да, вот тут на лежак. То есть вот, смотрите, выложитесь. Это только на медведя надо, потому что ну волк же он не может всю зиму проспать, он умрет от голода. И видите, тут можно времена года выбирать там. Да, то есть вот, например, раз ночь, зима пришла там. То есть это лежак для медведя можно по 3 месяца сразу пропускать, спать и так далее, потому что она все-таки реалистичная. Выходить, оказывается, на интер надо, потому что до этого тоже попытался, что-то не получилось, потом посмотрел. На интер просто зажимаешь, все, видишь, раз у тебя просто выходит. В принципе, игрушка довольно-таки хорошая, мне понравилось, надо еще поиграть. Тут какие-то перочки, там все дела есть, надо все будет прокачать, посмотреть. Давай сейчас вот туда ляжем, тут вроде как бы мы в укрытии. На этом тут и завершим. В следующей серии продолжим прокачивать этого волка. Надо все-таки посмотреть, открыть перки, посмотреть, что за перки там. Ну, может там перк на гров есть. Там раз прокачал, он вырастет. Здоровый волк, прям дикий. Но мы уже медведя завалили. Уже причем охрененно. Так что до следующей серии. С вами был Ремус. Не забывайте подписываться, прижимать лайкосик. Всем до встречи. Всем пока.